Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, и, естественно, из-за подписчики, да? Здесь пользователь YouTube под ником Анна Трусова, которая недавно вот присоединилась к числу из-за подписчиков, написала такой комментарий. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как прокачать Муладхару? Возможно, у вас уже есть ролики на эту тему. Я, если честно, думал, что эта чакра работает, когда мы уделяем телу внимание, занимаемся спортом, фитнесом, питаемся правильным воздухом, дышим хорошим. Один из моих наставников говорил мне, что мне нужно уделять внимание первой чакры, чаще всего, имеется в виду, наверное, первой чакре. Ну, я ответил так. Да, здравствуйте. На подавляющее большинство вопросов, которые могут возникнуть, ответы уже давно отсняты. Смотрите, перенес социальной функции чакры. Ну вот тут Муладхара, здоровье и красота, да, ясно. Прокачать Муладхару можно многими разными способами. Ну вот, скажем так, правильное питание и занятия. Ну, спортом заниматься я не рекомендую, надо заниматься физической культурой, потому что спорт — это соревнование, и там можно здоровье-то как раз просадить, и Муладхару, не только Муладхару, да, вообще изначальные ци похерить. Скажем так, извините за жесткое выражение, к чертовой матери. Чтобы прокачать Муладхару, нужно заниматься цугуном. Это один способ. Но не тот мусор, который под видом цугун накидали в интернет. В интернет, да, вот, все, кому не лень. Даже если посмотреть, как они делают стойку, сразу понятно, что к настоящему цигуну это никакого отношения не имеет. Да. Цигун, скажем так, упражнения цигун, они строго индивидуальны, потому что ци — это энергия, гун — это форма. То есть энергия через форму тела, да, и для каждого, скажем так, это стойка индивидуально. Эти моменты может понять только тот, кто вот занимается энергетикой и чувствует и видит течение энергетики. Это один момент. Второй момент. Есть достаточно эффективные средства, ритуалы, но это не те ритуалы, которые вот выдают всякие шарлатаны вроде Самир Али, там, Светлана Веда и прочие такие. Это к ритуалам настоящим совершенно не имеет никакого отношения. Есть ритуалы по восстановлению связи с родной землей, да, вот это сильно помогает, ну, скажем так, это помогает восстановить Муладхару, когда она подверглась воздействию, негативному воздействию, и разрушена вследствие этой воздействия. Вот такие вот моменты. Ну, естественно, сами техники я выставлять так в открытую не буду, да. Высшие силы за это меня по головке не погладят отнюдь. Наоборот, все будет. И способов прокачать Муладхару энергетически — масса. Ну, как это делать, естественно, я сказать не могу. Вот такой вот ответ. На этом до свидания.